день! Здравствуйте, дорогие любители леса! Вас приветствуют грибоведы! Продолжаем рассказ о грибах наших лесов. И сегодня у нас такой необычный гриб, который мы встречали неоднократно. И теперь решили про него рассказать. Да. Это рогатик желтый или Ромария флава. Ромария флава. Не просто так. Так, хорошо. Вот такой красивый. Почему рогатик? Потому что рогатый. Почему желтый? Да, потому что он самом деле желтый. Угу. Да. Хорошо, вот давайте вот его рассмотрим. Давайте. Угу. Ну, во-первых, тут трудно вести речь о шляпке в полном смысле этого слова. Да. Это не шляпочный гриб. Это такие рожки. Так, давай его вытащим прямо из земли и посмотрим. Ух ты! О! Угу. Вот такая вот структура, напоминающая некое растение, да? Ну да. Дерево такое. Какое-то дерево. Вот посмотрите, из одного корня растут разные ветки. И стволы, да. Потом они... Вот давайте отломим это. Вот ствол, ага. Который разветвляется, потом идет дальше ветвление. Этот гриб молодой еще, он только-только начинает свою жизнь. Вот, и обратите внимание, что заканчиваются эти стволы вот таким развесистым чем-то, я даже не знаю, ну, кроны, с чем сравнить. Кроной, наверное, да. Потому что по форме этой кроны определяется вид рогатика. Но этот по цвету определяется, рогатик желтый. Они бывают очень большими. Потому что вот нашли в прошлый раз огромный просто рогатик. Там где-то килограмма полтора в нем. Да. Веса. Ну вот, собираемся его жарить. Отварили, собираемся жарить. Но я так думаю, этот приобщим. Да, конечно, возьмем. Ну, можно сделать так. Вот тот уже вареный, а этот сырой. Попробовать пожарить. Да, и посмотреть разницу. Ну, вот обратите еще раз внимание. Вот такие вот. Стволы разветвляющиеся. Мякоть белая. Мякоть? Ну, сейчас посмотрим. Да, светлая. Мякоть светлая. Хорошо, как он на вкус? Интересный на вкус. А запах? Запах? Немножко похож на рядовочный, скорее грибной. Угу. Довольно сильный. Понюхай-ка. Да. Ну, вот попробуем, нет, как что-то он будет. С этими. А? С такими. С нотками идет. С нотками каким-то. Некоторого чуть-чуть небольшого парфюма. Угу. Есть такое, да? Угу. Да. Ну-ка еще раз понюхаю. Да, есть. Угу. Ну, ты нюхала корешок, а я нюхала крон. А, кроны есть запах парфюма. Небольшой, буквально вот легенький такой. Как от красивой такой интеллигентной женщины, когда духов мало, но они изысканы. Угу. Ну, на вкус не горький, да. И довольно приятный. Да. Вот. Значит, Ромария флава. Ну, вот такой раз гриб скажу, наших лесов. Какой-то для нас необычный, потому что напоминает ветвистое дерево. От ствола отходят веточки, да. И заканчивается все вот трудно, такими. Трудно, да, вначале понять, что это гриб. На самом деле это гриб. И вот эта форма, одна из самых древнейших форм грибов. Да. Хорошо. Где растет? Растет это вот участок бора сосново-елового с элементами вот лишайника, беломощники, зеленомощники. Вот буквально тонкий слой вот мха покрыт. И здесь и молодые сосны, и взрослые сосны.
И вот около основания сосны толстый, вот он. Рогатик и вырос. И вырос. Вон, да. Видите, какой? Вот, прям настоящий, да? Да, настоящее дерево. Дерево. Вот, он еще будет ветвиться. То, что тот, который мы нашли, вот на 1,5 килограмма, он намного длиннее, выше, больше. А этот только стал расти. Но расстояние между ними где-то больше 100 километров. Между этими рогатиками. Между этими рогатиками, да. Вот. Там мы в другом районе даже области нашли. А здесь вот у нас вот только начали. Угу. Тоже вот поздний осенний гриб получается. Да, получается так. Хорошо. Мы его находим поздней осенью. Угу. Дорогие друзья, мы надеемся, что помогаем своими рассказами разобраться в огромном царстве грибов. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного. А на этом грибоведы прощаются с вами и желают вам полных корзинок самых лучших грибов. До свидания. Всего доброго.